Всем большущий приветик! И мы получили новую посылочку с Давидом Бабам. В ней две футболочки летние и костюмчик, футболочка с бриджами. Вот. Кстати, для своего телефончика я приобрела наконец-то держатель с гнущейся ручкой или штативом, как это правильно сказать. Вот. И теперь я могу снимать, не занимая две руки. Тра-та-та. Так, ну и начнем. Вот посылочка. Я ее вчера, конечно, уже надорвала. И никогда не могу выдержать до утра. В общем, вечером мне снимать некогда. Забирала я ее именно вчера вечером. Так, погнали распаковывать. Первое, что я покажу, это будет костюмчик. Кстати, все производители украинские одежды. И размер на всех трех вещах 92, то есть на 2 года ребеночку. Открываем первую посылочку. Она в оранжево-серых тонах. Убираем пакетик. Так, это футболочка. Так, так вот. Вот такая вот футболочка, 92 размер. Вот такое название, Бэмби называется. Так, ближе покажу, кому интересно. Вот так вот. Такая вот красивая. Ну, даже я вам скажу, цвет не ярко-оранжевый, а такой больше как... или оранжевый. В общем, такая футболочка. Так вот. Сейчас я покажу, как снимает камера, а потом возьму в руки и покажу вам сверху, чтобы вы могли все увидеть. Вот такая вот футболочка. Тоненькая. Все натуральный хлопок, 100% хлопок. Сзади вот так сделано. Вот такая вот булочка. Мне нравится, симпатичная. И такие бриджики. Это костюмчик. Такие вот бриджики. Здесь резиночка тоненькая. Какая-то попалась. Шнурочки — это для красоты, ими ничего не затянешь. Карманчики. И внизу на манжетике. То есть это бриджики, не короткие. Это ниже колена. Вот такие вот бриджульки. Серенькие тоже. Сзади просто серенькие, без карманчиков, без ничего. Мне нравится, симпатично. Так. Так, следующее, что у нас здесь есть, это футболочка. Следующую футболочку распечатываем. Тоже 92 размер, 100% хлопок. Ну, то есть на 2 года ребенка. Трам пакетик убираем. Вот такая голубенькая футболочка. И на ней принт. Вот, покажу вам. Витуся. Вот такой вот не значок. 92 размер. Так, всем все видно, да? Футболочка, кстати, уже на более старшие размеры, на более старший возраст. Кнопочки вот здесь, к сожалению, сбоку уже не делают, просто воротничок, как бы он с резиночкой здесь, поэтому кнопочки не нужны. Но мне очень нравились раньше эти кнопочки все. Хотелось бы, чтобы и на более старших деток делали кнопочки, но, к сожалению, нет. Такой принт мотоцикла спереди. Видно полностью или нет?
В общем, я потом еще сниму камеру с держателя и покажу вам целиком. Сверху, то есть футболочку, вообще всю одежду. Так, и следующая футболочка. Так, ну и последняя футболочка. С той же серии, что и голубая. То есть она, видите, как чуть-чуть меланж идет, или что-то полосочки какие-то. Такая же, но белая. Накладную я показывать не буду, она неинтересная. Обычная, черно-белая. Тоже 92 размер, на 2 года ребенка. И, в общем, что еще сказать, 100% хлопок, тоненькая, слегка немножечко, как знаете, с резиночкой, немножко тянется. Так, убираем пакетик, разворачиваем. Тоже такая же марка, Витуся. Вот. Еще раз покажу. Тоже 92 размер. Тут у нас кричит там за окном ребенок какой-то. Громко очень. Так, теперь покажу так. И такая вот футболочка. Тоненько. Немножко слегка тянется. Вот. Такой воротничок резиночкой сделан. Лопочек опять же больше нет. В чем я очень разочарована, конечно, но сзади просто однотонная. Пока впереди. А, и, кстати, здесь еще дали мне 100 гривен скидки, если я сделаю заказ следующий от 800 гривен. От 800 гривен. Вот так вот. Вот такая вот заманушка. Ну, все равно приятно. Так, накладную убираем. И сейчас покажу вам все вещи сверху, чтобы было видно их на форму. Ну, вот это последняя футболочка. Беленькая. Вот так она выглядит. Тут, кстати, Давидик поспел. Разбил. Что ты разбил? Ничего не разбил, успокойся. Такая Юла у тебя, да? В общем, такая футболочка одна. Вторая футболочка вот такая вот. С той же серии, только голубенькая. Мне понравились футболочки. Третья футболочка с костюмчиком. Давулечка, не мешай, пожалуйста, сейчас мама доснимает. Вот такая футболочка яркенькая с костюмчиком. И бриджики. Мама снимает твою одежку. Да, одежку твою мама снимает. Вот такие бриджики. Окошку. Будешь мерять? Мерить. Мерять, да. Карманчики здесь такие. Легенькие тоже. Хлопок-то тонюсенький. Так, и теперь все вместе вещи. Ну и все вместе. Две футболочки. Вот с одной коллекции. Одна беленькая, одна голубенькая. Одна с мотоциклом, одна там с надписями с какими-то. И костюмчик бриджи серо-оранжевый. И оранжево-серенькая такая же футболочка яркенькая. Вот, кстати, мой штатив, на котором я только что снимала. Вот так он выглядит. Все, спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Всех люблю, целую. Тём-тём, пока!